и огонь. Ремесло же неиссякаемое, как источник. Умелец не познает невзгод, даже если лишится всех богатств своих. Верьте, дети мои, это не пустые разговоры. Постигайте же ремесла, учитесь приличий. Вот так, первое наставление, которого я придерживаюсь в жизни. И то, чем я владею, или я еще буду владеть, я всегда отдаю детям. Спасибо. Я благодарю всех вас, что вы здесь пришли, мои гости замечательные, мои посетители в моей выставке. Я еще хотела поблагодарить, знаете, почему перезагрузка? Объясню сейчас. В 16 году, с 3 марта 16 года у меня произошла перезагрузка. Тоже, ну, действительно, победа в конкурсе республиканском «Женщина года». В мае собрались 38 художников здесь, на пленэре, на всероссийском пленэре. Вот там уже у меня произошла действительно перезагрузка. Я работала в технике масляной живописи, я делала витражные композиции, но я никогда не брала в руки кисть и делала акварель. Я никогда этого не делала. Я только когда училась, натюрморты с натурой мы делали, и какие-то композиции, которые нужно было по программе. А вот чтобы так подойти к творчеству, я никогда этого не делала. И благодаря...